бура, ой, зарано встав, осідлаю полі білого коня. Я люблю свою роботу. І не тільки тому, що завдяки їй постійно маєш підтримувати форму. І вже, напевно, не тому, що вона приносить популярність. На мій погляд, ніяка інша професія не здатна дарувати стільки задоволення, стільки позитивних і яскравих емоцій завдяки спілкуванню з напрочуд талановитими людьми, що пишуть сторінки історії і культури вже сьогодні своїм талантом, духовними пошуками, власною особистістю загалом. Заслужений артист України, доцент кафедри вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання Кіровоградського державного педагогічного університету імені Винниченка Сергій Дьомін саме такий – талановитий, яскравий, харизматичний. Цікава особистість – високопрофесійний, обдарований артист. Звідки бере свій початок ваш родовід? Яким чином ви опинилися саме на Кіровоградщині? І яким чином проходило ваше становлення як артиста, як співака? Да, корні мої дійсно в Таганрогі. Там я прожив і проучився, скажімо, до 17 лет. Потім, когда стал вопрос о дальнейшей моей жизни, о дальнейшей судьбе, я приехал поступать сюда в пединститут, на МУСПЕД. Почему был выбран именно Кировоград? Ну, я думаю, для многих тоже не секрет. В то время мой брат Константин Петрович и его жена Людмила Леонидовна, они закончили Донецкий музыкально-педагогический институт и по направлению, соответственно, в 71 и 72 году приехали работать сюда в пединститут на МУСПЕД в то время. Ну и в 73 году подошло время учиться мне. Вот тогда, в общем-то, было, ощущалось, как говорили специалисты тогда, нехватка в мужских голосах. Был большой очень студенческий хор, ну и, в общем-то, данные у меня были, мой специнструмент, то есть то, чему я учился еще в Таганроге, это скрипка, ну и мой баритон, в общем, и кое-какие знания позволили мне поступить в 73-м году, и вот с тех пор жизнь моя проходит здесь, во всяком случае, всегда возвращение в Кировоград, потому что здесь уже я уже не знаю корни, те 17 лет неполных в Таганроге или остальные, которые прошли в Кировограде, в общем, здесь. Елисаветград, степь да степь кругом, Елисаветград, нервы на излом, к прошлому назад поворота нет, Елисаветград, ты приснился мне. В то время, в 73-м году, я как-то даже не предполагал, что жизнь меня, скажем, вот выведет на такой круг, когда и окончание института, и потом работа в общеобразовательных школах, и потом в январе 81-го года, а до этого участие и победы в конкурсах, городских, в областных, в общем, привели меня в филармонию, в которой в то время работал мой однокурсник, однокашник мой, создавший коллектив, тогда еще он назывался «Эстрадный калейдоскоп», то есть музыканты в основном были кировоградские, а создавался этот большой тогда коллектив еще и на базе выпускного курса Киевского эстрадно-циркового училища. И вот тогда состав насчитывал что-то больше 30 человек. Там был цирк, там был
были песни, там были танцы, ну, в общем, все, что... То есть эстрадное ревю «Калейдоскоп». Самые разные эстрадные и цирковые жанры. Вот. Ну и, естественно, поскольку были музыканты, была музыка, были солисты, были песни. И вот в январе 81 года я начал, в общем, свою трудовую жизнь в филармонии. Потом, и, собственно, она продолжается с небольшими перерывами до сих пор. А перерывы – это служба в вооруженных силах. Потом несколько лет болгарский период. И ну, вот считайте, что... Ну, я не говорю о том, что сначала это было филармония, это был «Калейдоскоп», потом была рок-группа «Контакт». Потом неожиданно для меня предложение и мое согласие возглавить художественное руководство филармонии, что продолжалось с перерывом, но опять же были возвращения до 2003 года. Вот. А в 2003 году меня пригласили на тогда уже мистецький факультет. В якості викладача. Да, викладача, преподавателя. Преподавателя. И с моим приглашением и с моим приходом туда появился один новый предмет тогда в расписании студентов. Это эстрадный вокал, эстрадный спів. Він прийшов до нас десь приблизно 7 років тому назад. І за ці 7 років це вже величина і глиба. Чому? Тому що він, головна його робота – це була філармонія, він заслужений артист України, і основна його робота була – це виступ на сцені. Це його особисті якості як вокаліста, як співака, як музиканта. А тут, крім цього, ще треба мати якісь якості педагога, вихователя. І за 7 років не кожному вдається досягнути того результату, який він досягнув у нас. Ну, наприклад, за ці 7 років він створив ось цю студію, де ми знаходимося. Це лабораторія естрадного співу. До нього не було лабораторії естрадного співу. І уже крізь цю лабораторію, можна сказати, що вона є у нас на факультеті, на музичному відділенні мистецького факультету, а такої лабораторії в Кіровоградській області більше немає ніде. Я хочу, щоб сьогодні ти смог, не знаю, удобно тобі на стойці виразити всі свої, да, от войти от в характер самого цього произведення. Пусть буде на стойці. Якщо для вираження, для тобі потрібно зняти мікрофон, ти знаєш, знайди такий момент в пісні, когда, скажем, и работа вот со стойкой с микрофоном тоже будет средством выразительности, хорошо? Ну и понятно все остальное. Филармония для меня это, ну, это целая жизнь. И пусть сейчас мое основное место работы – университет, это не значит, то есть я также болею тем, всем тем, что происходит в филармонии, организации концертов, я имею в виду сценическим их воплощением. Ну, об этом я могу рассказывать очень долго, потому что вот так мне посчастливилось, что и та работа, и эта работа, я не знаю, бывает столько любимых, но, во всяком случае, любимая работа и любимое занятие для меня. Особенно не то, чтобы уже привыкли, там, привык к аплодисментам филармонии. Очень радует еще, когда на сцену выходят твои студенты или уже выпускники твои, и когда аплодисментами одаривают их. И, в общем-то, ну, хочется верить, что заслуженно. Мені було десь років 14-15, коли я вперше потрапила на концерт групи «Контакт». У складі колективу тоді працював і Сергій Дьомін. Його баритон, манера виконання вже тоді сформували величезне коло прихильників. Вони дорослішали разом зі співаком. Хоча й тепер з великим задоволенням і слухають, і виконують пісні «Контакту». Нічого не забувається,
И ничто не отбрасывается в сторону до тех пор, пока вот мы есть и хотим, чтобы не забывалось, не пропадало то, что было уже сделано. Хотя мы творим и сегодня. И сегодня пишутся песни, и сегодня... Хотя понятно, что, если говорить обо мне, да не только, да о каждом из нас. У одного он работает там, другой работает там, 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 там. И, конечно же, если ты творец, оно в тебе все время живет. Другое дело, что физически нет, может быть, времени, скажем, сесть к инструменту там, или там, к компьютеру и сделать что-то, вот, чтобы... Вот если говорить о Пилипюке, сейчас уже понимаем, что ну, в то время, когда мы играли, когда тогда еще не было таких возможностей для... сохранение, скажем, вот этих музыкального этого материала. Ну, на магнитофоне записано. Вы, как телевизионщики, знаете, что сейчас любой человек кнопочку нажал в ноутбуке, и, пожалуйста, тебе уже и видео, и аудио, все есть. Во всяком случае, есть там материал, который не нужно вспоминать. Включил его, вот, пожалуйста. А тогда многое порастеряли, честно говоря. Знаете, молодость, да, успеется еще впереди. Да, каждый день концерты, по два, по три, по четыре концерта в день. География, весь Советский Союз. Скажу так, чтобы репетировать. Конечно же, приезжая куда-то в какой-то город, естественно, приехали в гостиницу, поселились и сразу аппаратуру выставляем на сцену, включаем, настраиваем, и репетиции. То есть здесь все серьезно, здесь все четко было в этом плане. А то, что вот не сохранили, хорошо, что молодцы нам приходят. Да, ну вот хорошо, что у кого-то остались записи, у того остались записи, у того остались записи. И вот теперь мы уже по крохам собираем и начинаем чистить, обрабатывать, хотя бы не для того, чтобы делать из этого пластинку, а хотя бы для того, чтобы восстановить это и сделать как новое. А вы слышали тогда в Лешином концерте, слышали, что песни прекрасные. Дуже сучасні. Вони і ребята слушают сейчас, як ретро, да. І вони користувалися шаленою популярністю у молодого покоління, уже у 20-літніх сьогоднішніх. Да, 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 да. Навіть під час концерту. А розкажіть про болгарський період вашої творчості. Яким чином ви потрапили до Болгарії? Хто цьому сприяв? І взагалі, на чому будувалася ця робота? І що це була за робота? Де? Це було... Ви, здається, там альбоми позаписували в Болгарії? Так, да, було діло. І болгарською мовою в тому числі? І болгарською. От це був 95-й год. И вот как-то, я уж не помню, вышли на меня и говорят: Сергей, значит, нужен оркестр, нужны певцы и нужен балет. В общем, я так прикинул, тогда еще с Костей Пилипюком, он был еще тогда, жил в Кировограде. Я говорю: Костя, ну что, может, действительно попробуем? Ну, в общем, мы решили попробовать. Нашли мы, кроме Кости, еще музыкантов нашли. Нашел тогда я балет в Кировограде, Лиса балет. Ну и, в общем, в 95-м году мы уехали в Софию. Той, так би мовити, болгарський період у творчості Сергія Дьоміна виявився доленосним не лише в мистецькому плані. Адже саме на сонячних брегах він і зустрів свою єдину, кохану, свою суджену. З дружиною Алою, тоді артисткою шоу-балету, з яким і співпрацював Сергій, вони прожили 14 щасливих років. Красива пара, красива сім'я. Це кохання, віддане, справжнє, додало яскравих відтінків творчості Сергія Петровича. Oh,
Під час запису програми я подумала, а чи не потрапила я під вплив привабливості Сергія Петровича як особистості? Все ж таки Дьомін – заслужений артист України, блискучий співак. Його проникливе виконання пісенного матеріалу будь-якого жанру не залишає байдужим нікого. Та спостерігаючи за ним на уроках вокалу, сцені чи телеекрані, зрозуміла – не його характер як особистості притягнув мою увагу, а сила таланту. Не секрет, що від першого виконання пісні співаком залежить її успіх. Неодноразово пісні писалися спеціально для вас і спеціально під вас. Собственно, робота над піснею, вона ніколи не состоїть із того тільки, що от композитор чи там чоловік написав музику, поет дав свій текст, стихи. И вот готовая песня. Нет, мы, когда вот на первой стадии, на стадии стихов... Нот, потому что ноты, спевак стихи, разучиваешь не на слух песню, а по партитуре. Само собой. И вот мы встречаемся, и я говорю, что вот здесь вот мне... Здесь неудобный слог, например, потому что есть такое на определенной высоте. Скажем, какие-то слова не поются. Может быть, просто неудобные слова, может быть, не песенные. Поэтому мы работаем над тем, чтобы что-то поменять в тексте. Это было и с Олегом Поповым, это и происходит со стихами, с текстами многих людей, которые вот, с которыми мы встречаемся, которые хотят, чтобы я взял в работу какую-то песню. Свої найкращі пісні, ну, як може це так нескромно казати, але я завжди довіряла Сергію Петровичу Дьоміну. Ну, наприклад, він заспівав нашу пісню з Олегом Поповим «Невінчена любов», «Озвися, брате мій», пам'яті, присвячену пам'яті Володимира Івасюка. Та ще багато їх було. Є декілька пісень, які я ще тримаю для нього і чекаю, поки він дозріє і попросить ще якусь новинку. Незважаючи на звання, популярність, вагомий творчий доробок, визнання, Сергій Дьомін і тепер залишається таким самим закоханим у музику юнаком. Вражає те, що в ньому абсолютно немає якоїсь чопорності, зверхнього ставлення до оточуючих, самозакоханості. В душі він такий, як і 30 років тому, на початку артистичної кар'єри. Щирий, відвертий, доброзичливий. Є завжди чому поучитися, дуже творчий, талантливий. Ми його дуже любимо, як преподаватели, так і студенти. Ви людина напрочуд така стримана, неконфліктна. Взагалі, бувають якісь моменти, коли ви просто можете лаятися, кричати і емоції свої вибухувати на оточення? Чи ви все в собі переживаєте? Ну, во-первых, держати все в собі абсолютно – це вредно. Тобто ви можете лаятись все ж таки? Я ніколи не чула, тому я і питаю. А що, у нас були поводи якісь для того, щоб ти могла це услышати? Ні, всяке буває, звісно. Ну, хотя в основном сдерживаюсь, конечно. Конечно же, сдерживаюсь, понимаю, что в том, что получилось что-то, может быть, или получилось не так, или не получилось, это не значит, что виноват кто-то другой. Ну, кому ты будешь это сейчас, на кого ты будешь кричать? Ты ну, понимаешь, ты понимаешь, вы на комусь ну, бывает, ну, там стукнул кулаком, да? А потом думаешь, подожди. Ну, это ведь ничего не изменит уже. Это уже случилось, скажем, то, что, чего бы ты не хотел, оно произошло. Смысл кричать, смысл драться, ругаться? Нет, давай делать, чтобы вот в следующий момент не произошло чего-то такого же, о чем бы можно было жалеть. Сергей Петрович со студенческих лет отличался неординарностью, вот креативностью своей, то есть желанием всегда творить, всегда придумать что-то необычное, эксклюзивное. Всегда был заводилой и ну, человеком, за которым как бы, всегда двигались массы, скажем так. Когда ты на сцене, когда у тебя в руках микрофон, без микрофона ли, но ты поешь песню, это твои слова, это твоя музыка. От первого лица, то есть от тебя.
лирика, наоборот, что-то такое вот веселое, зажигательное, все должно передавать полностью все твое естество. Поэтому, если песня вот как сейчас, ну попробуй нас убедить в том, что ты действительно искренне это любишь. Пожалуйста. Берете участь в якихось солідних, відповідальних концертних програмах разом зі своїми студентами. Ви завжди переживаєте в кулісах, ви завжди спостерігаєте. Вам особисто це не заважає, адже вам теж виходити потім на сцену, теж створювати образ, теж згадувати слова. Я спостерігала за вами із коліс, ви повністю в матеріалі, ви повністю от, за кожної своїх студентів ви переживаєте, щоб все було добре, щоб все було. І потім радієте, ти чула, як аплодували, ти бачила, як сподобалась пісня. Не заважаю? Наставничество. Ні, ну, звісно, було б краще, якщо б від самого початку, скажімо, якщо це відбувається в філармонії, я прийшов, зайшов в гримуборну свою, я... выбираю, какой костюм сегодня там мне одеть. Я думаю только об этом, думаю о своем выходе, с какой стороны сцены мне появиться, на какую точку. Конечно, было бы здорово, замечательно. Отвлекает. Это отвлекает от своей работы, потому что на сцене ведь, вернее, в зале ведь никто не думает о том, что вот кто-то из артистов, он занимается еще чем-то другим, и что-то ему может там помешать или отвлечь. Ты знаешь, что такое жизнь за кулисами. Это масса волнений, треволнений, это зачастую бывает там какие-то непонятки с текстом, что-то такое. Ну ты же выходишь в эфир, выходишь на сцену, ты прекрасно выглядишь. Тебе что не идет, это прическа и цвет волос. Ой, я це обов'язково залишу в програмі. В общем, ты сама знаешь. Если бы передо мной сидел человек, который вот только-только-только и вот познакомился со мной и не знает, что такое сцена, я бы, может быть, долго объяснял. Ты это сама прекрасно знаешь. И знают это и зрители. Сейчас так много информации, сейчас масса, просто, не знаю, поток, безудержный поток всего-всего. И о сцене, и об артистах, и о том, и о том, и о том, и о том. И люди все знают. Но всякий раз, и что здорово и замечательно, они идут в зал всегда с надеждой. Они идут, ведь никто же не заставляет идти в концерт там, или спектакль, в театр, да? Никто не заставляет, но они всегда идут с надеждой на то, что они встретятся, может быть, со своими знакомыми, а может быть, незнакомыми исполнителями. Но не даремно ж и про артистов написал Олег Попов, я песню дарую вам, а значит, дарую душу. Совершенно верно. И вот это взаимность. Взаимность. Нельзя просто выйти и отсечь от себя вот эту авансцену, дальше зал. Нет. Вот на тебя смотрит масса глаз, сидят люди. У каждого что-то там вот в душе, у каждого что-то в голове. Но сюда он приходит и слушает, и смотрит тебя и на тебя. И здесь нельзя быть неискренним. Профессионал есть профессионал. Каждый раз человек что-то ищет новое в песнях, как исполнить, как подать. Песню он не просто пропевает, он ее проживает. Вы зазвичай тут записываете свои песни, в этой студии? Да, Ирочка, в этой студии у Сережи Колчина мы... Как правило, делаем все новые песни. И, в общем, если хотите посмотреть на этот процесс изнутри и в нем поучаствовать, то, пожалуйста, вот на примере знакомой песни Олега Попова «Я песню дарую вам». Давайте попробуем. То дощі, то листопади, то сніги вирують садом. Та мені це знають друзі, не біда. Бо у мене пісня полум'ям зеленим, в молодій душі весняно процвіта.
в ній веселка коромислом, над квітучим полем висне, бавить сонце перламутрову росу. Я візьму її в долоні, крізь зимові сни холодні, пісню сонячну вам, люди, понесу. Я пісню дарую вам, це значить дарую душу, це значить зізнатись мушу у щирій любові вам. Ці музику і слова, що серце моє зігріло, беру на пісенні крила, з любов'ю дарую вам. Ну тебе действительно низко. Не, ну это тяжело, конечно, я вам скажу. Я думала, вышел, спел нормально. Так так и есть. Ужас. Слышал, хорошо, что я не певица. Заслуженный артист Украины Сергій Дьомін. За 30 років творчої діяльності він здобув і досвід, і визнання. Та як і раніше, життєрадісний, позбавлений зіркової хвороби, відданий друзям. Депресію переносить важко, хоча швидко її долає. Щасливий, якщо довкола атмосфера творчості і доброти. Адже яким би чудовим не було життя і красоти довкола нього, все це мало чого було б варте без реалізації всього таланту творчих здібностей. В одній пісні із репертуару співака є такі слова: «Я пісню дарую вам, а значить, дарую душу». І з цим щедрим дарунком і ми, глядачі, йдемо по життю. І цей безцінний дар допомагає кожному любити і власну землю, і обрану професію, і світ довкола, і життя.